спортсменов на Олимпиаде в Париже выявили кишечную палочку. Триатлонистов госпитализировали после заплыва в сене. Вслед за бельгийскими спортсменами кишечную палочку нашли у представителей сборной Швейцарии Адриена Брифеда и Симона Вестермана. Они не смогут принять участие в предстоящей смешанной эстафете. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии. Ранее бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной инфекцией. Она заняла 38-е место в личных соревнованиях по триатлону. После гонки, плавательная часть которой проходила на открытой воде, то есть в реке Сена, Мишель 4 дня подряд плохо себя чувствовала, и тесты выявили заражение кишечной палочкой. Об этом написала газета Newsblad. В итоге сборная Бельгии выбыла из соревнований по триатлону в смешанной эстафете, которая была запланирована на 5 августа. Из-за аналогичных проблем со здоровьем от соревнований отказались триатлонисты из Казахстана и Канады. При этом в мэрии Парижа отрицают, что заражение кишечной инфекцией спортсменов связано с качеством воды в Сене. Заммэра Пьер Рабадан заявил, что бельгийская триатлонистка Клэр Мишель просто обратилась за помощью в поликлинику в Олимпийской деревне. Международный олимпийский комитет подтвердил версию Парижа. Напомним, что заплыв триатлонистов в Сене несколько раз откладывали из-за недопустимо высокого содержания кишечной палочки в реке.